А вот сыроежка. В лесу вообще грибов нету. Сухо, аномалия какая-то у нас. И вот рад даже вот такому грибу, прямо радости. Но брать мы его не будем. Одна на весь, на все 100 квадратных километров, а то и больше. Идем дальше. Вот где мы опоздали. Столько веселки. Вот я смотрю. Вот один выстрел. Второй выстрел. Третий. А вот это выстрел вообще мощный. Ну, судя по возгласам Людмилы Анатольевны, я тут выстрелы считаю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я вижу шесть. Семь. Короче, семь здесь выстрелов. Но нам повезло. Людмила Анатольевна нашла. Не выстрелившие. Веселка обыкновенная. Вот, смотрим. Это первый наш подарок. Классный такой. Давайте сразу попробую так аккуратно его щипнуть. Корешок. Так, вот так вот. Это первое яйцо. А вот еще два. Одно вообще такое большущее. Ух ты! Такое. Я такое еще не видел большого. А ну-ка. Вот, представляете, какое? Как куриное яйцо. И форма даже. И форма даже соответствует. Ну и это тоже неплохое. Как бы по величине второе. Вот так они идут по величине. Сейчас мы уложим их. Вот такие три подарка у нас. Бонусы такие. Мы вот белые пока не нашли. А веселкой, с веселкой нам повезло. Ну, сейчас еще раз проверим это место и будем двигаться дальше. Ну вот, внимательно осмотрел еще. Рядом обнаружили еще одно яйцо. Вот такое вот красивое. Большое тоже. Сейчас мы его попробуем. Оп! Вот таких четыре. Четыре яйца. Так, ага. Еще. Еще есть пятая, да? Еще есть пятая. Вот я его показываю. Да, ну его немножко. А, да, оно уже такое, уже быстро. Должно скоро вот-вот выстрелить. Но его надо ножом немножко снизу отрезать корешок, чтобы не, чтобы он плотно сидит. Так, получается 5 отличных находок. А вот какая композиция. Страстный поцелуй. Так, ну вот в кусточках ожины нашли вот такой вот подберезовик. Ну, как бы можно было взять, но я боюсь, мы его не довезем до дома, он раскиснет. Сейчас посмотрим на него. Не хочется его трогать лишний раз. Но такой обнаружен грибок, и это уже радость. На 100 квадратных километров один подберезовик, это вообще бомба. Идем дальше. Следующая находочка уже помоложе. Такой подберезовичек. Хорошенький такой. На тоненькой ножке, но плотная такая. Споровый мешочек такой. Хороший грибок. Этот мы берем, гриб.
и идем дальше. Вот рядом еще один подберезок, но уже перестоялый явно. Мы его брать не будем. Вот такой. Успел как-то постареть. Вот земляника поспела. В этот раз побольше. Крупненькая такая, хорошая. Ну, там дальше тоже есть. Вот такой вот стоит подберезочек, тоже молоденький. Споровый мешочек у него плотненький, хороший. Классный гриб. Берем. Вот такой вот. Немножко пострадавший, но крепкий. Крепкий подберезовичек. Еще пока живой, берем. А вот наша веселка обыкновенная. 4 яйца мы довезли домой. Одно мы съели в лесу. Здесь вот немножко мяты. Вот такой, значит, итог у нас по веселке. Веселки обыкновенные. Очень целебный, хороший гриб. Мы очень довольны этим результатом. А на этом у нас все. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Подписывайтесь на наш канал в Дзене с таким же названием «Лесными дорогами». Поддержите наш канал комментариями, лайками. А мы с вами прощаемся. Желаем вам здоровья, удачи, успехов, хороших, красивых грибных охот. С вами были Сергей и Людмила, наша Республика Адыгея.